Как всегда, ребята, наш влог начинается с кормления бездомных котов. Приехали мы в магазин, а тут вот такие вот ребята голодные, кушать хотят. Уже сначала, двое, да? Да, сидел один вот этот вот белый котик, мы купили один пакетик, и вот теперь их уже двое. Вот мне кажется, серенькая кошечка, она беременная, похоже немножко там по ней. Еще чуть-чуть можно. Узика. Зато вот не будет валяться, сейчас они все съедят. Да, зайка. Это Маша очень хотела покормить, да? Ты хотела, ты переживала очень, что они голодные будут, зай. Ну все, теперь они кушают. Друзья, минуточку вашего внимания. Мы сейчас приехали в магазин «Пятерочка» для того, чтобы купить немножко продуктов и тест на беременность. Да-да-да, вот это поворот. Многие из вас уже знают по моему инстаграму, что мы планируем второго ребенка, но прошлый месяц это был первый раз, когда мы, так сказать, попробовали его сделать, и то это уже было как бы после овуляции, поэтому вероятность того, что сейчас тест покажет плюс, на самом деле низкая. Но у меня как бы сегодня первый день задержки, поэтому... Вот это поворот! Поэтому всякое может быть. Мы долго думали, какую разницу между детьми выбрать. Хотели сначала маленькую, потом хотели... Потом хотели большую, потом опять маленькую. Ну, в общем, решили, что пора. Миша, так внимательно на меня смотришь, что я не могу записывать это видео. Вот это поворот! Маш, ты хочешь братика? А сестру? Давайте твою коронную фразу. Вот это поворот! На самом деле Маша отвечала, что она хочет, не знаю, видимо, она передумала, или она просто не понимает, о чем я спрашиваю. Ты хочешь, чтобы у нас был еще малыш? Вот все. Вот а это. Какой? Девочка? Укусить? Я с удовольствием, оно очень вкусное. В общем, мы сейчас идем в Пятерку. Нет, нет, я тебе сейчас там открою, я укушу, ладно? Вы идете с нами, приезжаем домой и пойдем делать тест. Я думал, ребенку пойдем делать. Возможно, мы его уже сделали. Как думаешь, что покажет? Положительный. Вот это поворот. Что у него за фишка сегодня, друзья? Да это раньше мультик такой был, где... Это мем такой был, вот это поворот. Робоцит назывался. Так, бесплатных масок нет для посетителей, как всегда, короче. Что-то пахнет здесь чем-то. Максимально неожиданно увидеть Марию в отделе с селедкой, при том, что она рыбу на дух не переносит. Заяц, пойдем? Пойдем тест возьмем, пойдем, малыш? Он, наверное, правда, на кассе. Хлеб нам надо, дочь? Нет. А это что такое? Иди куда? Ты хочешь водичку? Это газированная. Вот здесь, наверное, не газированный. Вот, смотри, маленькая водичка. Хочешь такую? Агушу. Папе. Папе? Нет, он хочет водичку. Не хочет водичку? Пить. А кто хочет? Баба. Купим бабе. Один бабе. Один бабе, один Масе, да? Нет. Что? Какая кока-кола? Мы не пьем кока-колу. Мы с тобой не тонем, потому что у нас спасательный круг с тобой вот здесь. Ну так это на лето, потом сдуем. Блин, ребята, это какой-то капец. В этом магазине очень много места, и оно постоянно бегает. Сейчас чуть не вышло за дверь. Мам, что, Мак? Шашлык? Ты хочешь маршмеллоу пожарить? Конфетки? Какие? Синие. Все понятно. Маня! Маня! Маня Пукин-Пукина! Маня Пукин-Пукина! Я тебе что сказала? Ты почему так бегаешь? Вы знаешь, мы так за двумя будем бегать, Миш? Вот это поворот. Я нашла, ребята. Вот что мне надо. Мы все нашли. Но это не надо пока. Держи. Ребят, мы впервые приехали в эту Пятерочку.
И тут так классно, очень много места, Маша постоянно носилась. Собака там стоит, да. И, в общем, мы с Мишей за ней бегали, а тетя, ну там продавец или кто, она, не знаю, менеджер старший, такая говорит, значит так, не видела, зайка. Значит так, кто будет, типа, обижать маленькую девочку или говорить ей тише, не кричи, на того буду жутко ругаться, заставлю. А, она говорит, короче, встану и буду так же кричать, как она. Очень прикольно здесь. Да, у тебя пластилин, Плейдо. И что у тебя еще? Это что? Что это? Ну ты скажешь, что это или нет? Как это называется? Все понятно. Да, Мася, вон папа наш едет с телегой. Да, сейчас в машину будем садиться, да? А дома узнаем, будет ли у нас киндер-сюрприз или пока нет. Привет, колбас! Привет, привет, привет! Мы приехали, Маша ела киндер, все грязное. Миша заезжает. Нам в киндере попался браслет. Мне кажется, впервые за всю мою 25-летнюю жизнь я получаю браслет в киндере. Приветик, бабуся. Приветик. Давай тебе в ротик дам. Вот. Ой, после сладкого киндера, боюсь, ей будет кисловато. Так, нож, нож. Садись. Не, пойдем руки помою тебе, Зай. Давай ручки. Пойдем помоем, скорее. Очень. Друзья, решающий момент. Я взяла стаканчик, который потом можно выкинуть. Здесь у меня тест. Приносили втайне от бабушки, чтобы потом ее обрадовать отдельно на видео. Иначе это будет неприкольно. Ну, типа, все сразу в один раз узнали. Хотя, я, конечно, не уверена, что сейчас там обязательно будет две полоски, но вот у меня такая чуйка, что как бы будет. Сейчас посмотрим. Блин, что-то стрёмно. Конечно же, расфокус, когда я снимаю очень важный момент. Пока, друзья, ничего. Пока кажется одна. Да, одна и толстая. Там сколько-то надо подождать, в инструкции написано. Ко мне ломится Билли. Видимо, не терпится узнать. Ну, заходи, иди сюда. Я уверена, что это Мишин шпион. Так, так, так. Ну что, смотрим, смотрим. Ребят, кто делал тест на беременность? Скажите, сколько там по времени надо ждать, а? Результат через 1 минуту. Ждем, значит, 1 минуту. У меня уже в руках тест. Уже минута прошла. Сейчас позовем зверопапу. Да, что там? Зверопап. А. Что думаешь? Я позвала все свое семейство за дом. На секретное обсуждение. Нет, а что ты так испугался? Да не знаю, просто таким видом шла. Я думал, сейчас что-то это... Не, понимаешь, что да как бы типа хочется, но просто стрёмно вспоминать, как это все сложно вначале и сразу... Не, на самом деле реально одна, реально одна. Кажется. Блин, ну я сейчас капец выдохнула. Знаете, в общем, ребят... А ты-то чего я не выдохнула? Ты мне объясни, меня все спрашивают, да? Ну, Зай, ты должен понимать, почему. Почему? Не, потому что, во-первых, я хотела, ну... Разницу поменьше ты хотела. Ну, подожди, нет, дело не в этом. Во-первых, ну, как бы мы с тобой уже позже, то есть тогда уже овуляции точно не было. А во-вторых, я все-таки хотела дачный сезон закончить, пока еще не беременна. Ну, а, так, удачно. Да, ну, типа, когда в сентябре приедем в Москву, тогда ок, ладно? Угу. Подождешь чуть-чуть? Ну, хорошо. Ребята, вот такая история. Ну, да, ловко. Пока показала одну, и, блин, честно, пока я выдохнула. Я хочу, но я тоже боюсь, и... Подожди, а вдруг все-таки? Все это так стрёмно. Слышишь? Месячные придите. Не, а вдруг все-таки? Ну, все-таки. Нет, ну он бы показал бы уже Мише. Почему бы показал? Потому что... показал нет, бы. Потому что сегодня первый день задержки. Скорее всего, показал. Ну, задержки. Еще не все потеряно. Вот это поворот. Да нет, ну все время. Знаешь, этот звук мы назовем. Вот это поворот. Да? Нет, делаю тест, вот это поворот будет называться влог. Ну, на самом деле, ребят, я читала все ваши сообщения, то, что вы тоже хотите скорее, чтобы у нас там был второй малыш, хотите больше влогов. Пойдемте на мусорку сходим. А что на мусорку? Тест выкинуть. Вот. Пойдем на мусорку? Да. Так торжественно? Так торжественно. Идем выкидывать 1 полоску. Не, на самом деле, ребят, вот все будет, ну, просто попозже. Ну, что-то вот прям стрёмно как-то пока. И самое главное, что когда я говорю, что мне стрёмно, Миша сразу такой, что-то мне тоже теперь стрёмно. Да ну, на самом деле я знаю, что вторая беременность придет намного легче, чем первая. Там уже меньше стресса, ты уже как бы все знаешь, все по накатной, наверное.
Мама двоих детей, напишите, как у вас прошла вторая беременность. Ну, когда пойдем на УЗИ, там скажут, что двойня. О, нет, такого не надо. В общем, ребята, если вы ждете от нас таких новостей, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И, кстати, новый влог уже завтра. Будет продолжение. Белёк, заходи. Продолжение влога с Мишиной дачи. Там очень красивые кадры с квадрокоптера. Там мы покажем место, где Мишин кот похоронен. В общем, давайте. Много лайков и пока.